Более 8 лет назад в Будапеште произошло страшное преступление. Азербайджанский офицер Рамиль Сафаров убил армянского военного Гургена Маргаряна, вместе с которым он проходил службу в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира». Это злодеяние было совершено с особой жестокостью. Сафаров зарубил Маргаряна, когда тот спал. При этом для многих в Азербайджане убийца стал героем, что, естественно, вызывает возмущение в армии.